Купил на Гирбесте такой вот Bluetooth приемник с наушниками. Наушники отпаял для того, чтобы впаять свои наушники. В прошлый раз покупал месяца 3 назад. Было качество просто отличное. В этот раз точно такой же приемник, только вот другого цвета, есть еще белого у меня цвета. А качество вообще не очень. Хрипы какие-то, хрусты постоянные. Даже вот с этими наушниками он, в принципе, играет-то неплохо, достаточно за 2 доллара. В общем, за 2 бакса рекомендую, за большую цену, в принципе, нет.